Успешно дебютировала в этом году на международных соревнованиях еще одна представительница зимнего вида спорта, биатлонистка из Чувашии Татьяна Акимова. 25-летняя спортсменка в текущем сезоне провела 15 гонок в составе женской сборной России на этапах Кубка мира. Вклад Татьяны в зачет страны был отмечен Международным союзом биатлонистов. IBU признала ее лучшим новичком сезона, сообщает Союз биатлонистов России. Напомним, что воспитанница Чувашской школы биатлона Татьяна Акимова провела 12 личных гонок на Кубке мира и 3 на чемпионате мира. На заключительном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске она показала лучший результат среди всех российских биатлонисток. Она заняла в спринте 12 место.